всем привет! И сегодня мы вам покажем автомагнитолку от компании KRS в автомобиле Mercedes E211. Друзья, тут стояла мультимедиа и стояла уже китайская, ну дешевенькая, печальная, захотели люди что-то премиальное. Автомагнитолка от компании KRS, моделечка 2K RS 400. Это 4.64, 2К, самый топовый дисплей, самое топовое разрешение. Кнопочки свайпом вверх поднимаются, вот, свайпнули. И можете тут добавлять громкость, пожалуйста, играться. Так как у нас мультируль есть, пока оно тут все у нас подтянулось. Работает все четенько, красивенько, корректно. Дверки в машине тоже, видите, отображаются, когда открываешь. Камера в автомобиле уже стояла, подтянули мы эту камеру, вот так это все показывает. Камера не самая топовая, так как изначально тут стояла мультимедиа бюджетная, и камера, естественно, не самая, скажем так. Не суть. Автомагнитолка от компании KRS 4.64 с самым крутым дисплеем. Картинку я, ребят, на самом деле не могу передать, она просто вот шикарнейшая. Магнитолка имеет DSP процессор, вот, пожалуйста. Вот, настроечки звука, все срезы, high pass, low pass, все это есть. Динамички можно резать снизу, сверху, можно сабвуфер резать снизу, сверху. Пожалуйста, все, то есть хороший, качественный аппарат, который действительно играет классно. В данном аппарате есть CarPlay, есть Android Auto, беспроводной, ребят. Нажимаете, вот сейчас на данный момент мы подключили Android телефон, это у нас Android Auto, без провода, все полностью подтянулось, все работает. Навигация, вот, пожалуйста, смотрите, как картинка листается, очень быстро, качественно, удобно. Вот менюшка этого телефончика. В общем, у кого Android, пожалуйста, у кого CarPlay-чик, ну, айфончик, пожалуйста. Дальше, друзья. Вот такой вот у нас плеер на 2К-шной модельке. Пожалуйста. Тут переключение треков. Сразу можно зайти в DSP процессор, настроить звук. Делаем тише. Вот эти ярлычки все меняются. Вот можем добавить сюда, допустим, калькулятор. Вы поняли? Нажимаете, держите, выбираете. Галерея. Все, что вам нравится. Заходим в основное меню. Тут у нас магнитофончик имеет DSP процессор, сим-карту, то есть 4G. Вы ставили симочку, и у вас постоянно на устройстве интернет. Это очень удобно, что не надо каждый раз садиться, раздавать интернет и пользоваться там интернетом через Wi-Fi. А так ты сел тачку, у тебя постоянно там интернет, как на телефоне. Не надо тебе делать раздачу с телефона. Это очень-очень комфортно. Дальше, мультируль у нас по коншине подвязался, вообще без проблем. Магнитолка может работать и резистивно, то есть управление кнопочек, если резистивное, подключается резистивно. У нас тут в Мерсе, в Ешке все по кану. Дальше, разные комплектации, еще хочу сказать, в Ешках есть разные комплектации, очень много комплектаций. Иногда, если стоит штатный усилитель, Harman, да, надо оптический блочок такой, он как бы приличных денег стоит. Но тем не менее, все равно все запускается, все работает без проблем. Тут у нас этого нету. У нас все напрямую, все очень просто. Блютузы, пожалуйста. Ребят, блютузик, вот, пожалуйста. Что тут у нас? Google Chrome, интернет, пожалуйста. Только бы он был, мы сейчас не раздавали. Netflix и по умолчанию. Настроечки, кстати, вот, пожалуйста. Вот такая вот менюшечка тут. Заводские настройки на этой модельке. Пароль 3368. Вот. Завод. Заводские все. 3368. И у вас открывается расширенное меню. Пожалуйста, тут выбор логотипа, камера. Там много-много функций. Кстати, выбирать протокол Canbus. Вот тоже через это меню. Выбер Canbus. Дальше выходим с настроек. Google карты, будет интернет, будет работать Google карты, либо через Play Market скачивайте абсолютно любое приложение, которое вам нравится, и пользуйтесь абсолютно любой навигацией без интернета. У нас штатное видео есть тут,
Картинка у нас, конечно, просто шикарнейшая. Вот. Перемоточка, смотрите, как все быстро работает. То есть он не думает даже вообще. Ну, блин, класс. Мне неудобно, не хочу закрывать вам дисплей, неудобно показывать, но работает очень-очень быстро. Что еще добавить? На самом деле, очень популярный аппарат, скажем так. Приятно пользоваться, вот как берешь дорогой телефон в руки, айфончик, да, пользуешься, он мягенько, хорошо, приятно работает. Вот так вот работает это устройство. Картинка шикарная, пикселей вообще никаких нету. Что добавить? Хороший, дорогой аппарат, можно поставить также и на другие автомобили. По цене не буду говорить, потому что курсы постоянно скачут. Вы можете уточнить у своего продавца, у своего менеджера, у своего установщика, кто вам предлагает данный аппарат, вас более детально проконсультируют и установят, либо продадут. То есть вообще по всем вопросам обращайтесь к человеку, который порекомендовал это устройство, либо к нам, вообще без проблем. Все в описании будет. Все ссылочки на наши странички, номер телефона, все будет в описании. У нас самый большой ассортимент автомагнитол. Мы работаем по всей территории Украины. Город Кривой Рог устанавливаем. Друзья, звоните, пишите, мы всегда рады. Автомагнитолки КРС — это самое, что не есть популярное на данный момент. Качество просто вот превосходное, друзья. Просто превосходная картинка, божественная. Я не знаю, что добавить. Будут вопросы, пишите, звоните, мы всегда рады.